Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Жителям четырех армавирских поселков предложили отнести деньги на кладбище. Или почем нынче места для упокоения, узнала Юлия Чернышова. В Армавире бухгалтер из муниципального бюджета перевела более 1,5 миллиона рублей на имя своей бабушки и сожителя. Дело о мошенничестве рассмотрят в суде. Детали узнавала Андрея Топчива. Воспитанники Армавирской музыкальной школы в очередной раз становятся лауреатами международных конкурсов. С юными талантами удалось пообщаться Ирине Чупиной. Обсуждением и решением проблем, которые волнуют сегодня инвалидов, занимались на совещании в мэрии, вел его глава Армавира Андрей Харченко. Руководители общественных организаций рассказали о планах и заручились поддержкой в решении целого ряда вопросов. Анна Мельченко продолжит. Перед совещанием с активом городской организации инвалидов глава побывал в самой организации, расположенной по улице Новороссийской, и ознакомился с ее уставной деятельностью. Люди с ослабленным здоровьем получают здесь необходимую информацию, ведут общественную деятельность. Андрей Харченко предложил руководителю оптимизировать использование имеющихся площадей, тем более, что резервы для этого имеются. Далее разговор с активом продолжился в администрации города. Работа по созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в жизнь общества будет продолжаться и далее, несмотря на трудную экономическую ситуацию, сообщил глава в самом начале совещания. Давайте мы с вами вот с помощью вас, как актива, Виталия Николаевича, подумаем, какие бы меры поддержки на краевом или федеральном уровне реально мы могли помочь не общественной организации, а непосредственно людям инвалидам. Поэтому, если такие предложения поступят, мы подумаем, как сегодня их реализовать и как с ними обратиться на высший уровень, потому что, еще раз говорю, что мы с вами, как люди, получаем те меры поддержки, которые определены законодательством. Для незрячих в городе устанавливаются дополнительные звуковые светофоры, появляются новые пандусы для маломобильных граждан, приобретаются низкопольные автобусы, выделяются путевки на санаторно-курортное лечение. Однако глава признает, проблемы еще есть, и их будем решать. Среди вопросов и просьба с выделением дополнительных помещений – вопросы финансовой помощи. Анна Мельченко, Дмитрий Живетев, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». 1725 рублей – эта сумма стала поводом для раздора между жителями нескольких армавирских поселков и властями. Руководствуясь муниципальным постановлением, администрация Приреченского сельского округа предложила людям заплатить за присвоенные лишние метры земли на кладбище. Это вызвало бурю эмоций среди населения. Чем спор закончился, расскажет Юлия Чернышова. В греческой мифологии достаточно было заплатить 2 монеты перевозчику Харону, чтобы попасть в царство мертвых. В российско-армавирской реальной жизни это 1725 рублей. Такую сумму за 1 квадратный метр погоста муниципальные власти определили для желающих в дальнейшем быть упокоенными в месте семейного захоронения. В рамках нынешнего законодательства на одного усопшего полагается не более 5 метров под захоронение. Для семейной могилы бесплатно отводится 10 метров земли. Согласно проекту постановления, желающие иметь родовое захоронение, то есть все те, кто зарезервировал себе рядом с могилой близких несколько метров, должны платить по таксе. Плата за участок вносится заявителем единовременно и зачисляется в местный бюджет. Те жители, которые изъявят желание иметь семейно-родовое захоронение, согласно постановлению главы администрации муниципального образования города Армавир, они должны будут внести сумму, равную 1725 рублей за квадратный метр соответственно. В случае отказа заплатить, убитый горем родственник получает уведомление об отмене решения о предоставлении места для создания семейного захоронения. Для 3000 человек, чьи родственники покоятся с миром на кладбище за поселком Южный, тема мертвых метров подняла бурю эмоций. Ведь все эти годы они сами распоряжались, где кого положить и сколько земли на это надобно. Мы, значит, заняли место в Посадкин, наше захоронение. У меня там муж, сват,
и сваха лежат. Вот три могилочки. Мы сами корчевали эту посадку. Ну, нам было просто обидно, что мы сами там обухаживали вот это вот все, оккультуривали, да, убирали, всю посадку корчевали, и нам платить вот эти деньги, 1725 рублей. Вот там три могилки, за них платить, остальное, а за остальную землю платить, что у нас там прихвачено. У нас же семья большая, я еще муж, я еще думаю. В клубе культуры во втором отделении совхоза «Восток» похоронная тема собрала десятки человек. Это жители поселков Южный, Нефтекачка, центральная усадьба совхоза «Восток», «Маяк». На собрании они заявили главе Приреченского сельского поселения Александру Минину и сопровождавшим его депутатам, что не намерены платить за зарезервированные места на кладбище. Не откапывать же близких последовало из зала. После 45-минутного общения власти с народом было принято решение, удовлетворяющее все стороны. Те земельные участки, которые ранее людям выделялись под захоронение, они остаются без изменения, их трогать никто не будет, так как мы определились на прошедшем сходе. Но вновь выделяемая земля под захоронение будет строго контролироваться администрацией и инициативной группой, которую мы избрали на прошедшем сходе. Там кто-то прихватил землю, оставить в покое, не брать с этих людей, а которые завтрашние дня будут уже, допустим, у кого-то кто-то умрет, значит, новое захоронение, новая земля будет. За эту землю будут платить. Те, кто решит там еще для родственников. Да, прихватит, да, 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 да. То есть вы пока не будете платить? Да, мы пока не будем платить. По окончанию собрания жители четырех армавирских поселков высказали слова благодарности представителям власти за то, что те пошли им навстречу. А что скажут на это, кто только запланировал семейное захоронение за поселком Южный? А это уже совсем другая история. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Небезопасная зебра. В Армавире водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил несовершеннолетнего, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 17 мая около 17:00. Ребенка госпитализировали. Результатом неосторожности водителя «девятки» стала закрытая черепно-мозговая травма у мальчика, а также ссадины лица и туловища. Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу. Проводится расследование. По его итогам автовладелец будет привлечен к административной ответственности. В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов, на пешеходных переходах, работа дорожно-патрульной службы в настоящее время активизирована, усилена на предмет выявления водителей-нарушителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Более 1,5 миллиона рублей из муниципального бюджета похитила бухгалтер в Армавире. Средства 23-летняя девушка переводила на имя своей бабушки и сожителя. В течение года молодая бухгалтер, составляя ведомости для получения зарплат сотрудниками сферы образования, вносила в документы фамилии неработающих в организации людей. О мошенничестве стало известно, когда сверили количество сотрудников и сумму затраченных средств. В марте было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Дело поступило в прокуратуру, было изучено. Прокурор посчитал достаточными доказательства, собранные по делу. Сама обвиняемая давала признательные показания, призналась в совершении преступления, в полном объеме возместила ущерб. В ближайшее время задержанная предстанет перед судом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. МЧС объявила экстренное предупреждение. 18 мая до конца 19-го местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, сопровождающиеся шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок, по возможности оставаться дома или на работе. Напомню, непогода на минувшей неделе нанесла ущерб нескольким муниципалитетам. Град, выпавший в Новокубанском, Василковском и Тихорецком районах, повредил крыши 45 домов. Юные музыканты и вокалисты Армавира привезли с международных и всероссийских конкурсов новые награды. Соревнования среди талантливых ребят прошли в Санкт-Петербурге, Пятигорске и Ростове-на-Дону. С их участниками пообщалась Ирина Чупина. Музыка.
За легкостью, мелодичностью, красотой этих движений таится многолетний труд ребят. Воспитанники Армавирской музыкальной школы успешно выступили сразу на нескольких конкурсах международного и всероссийского уровня. Немалую роль здесь сыграли педагоги. Например, пианисты Светланы Пачины всегда занимают высокие места на конкурсах музыкального мастерства. Не стали исключением и прошедшие мероприятия «Звездный дождь» в Ростове-на-Дону и «Пятигорск зажигает звезды». О том, как проходила подготовка, преподаватель рассказала нашей съемочной группе. Все очень просто. Как говорится, талант – это гениальность, помноженная на труд. Конечно же, все идет только через титанический труд, так как ребята связаны не только с нашей школой, но и с общеобразовательной школой, которая там своими КДР, ЕГЭ и прочими экзаменами отнимает очень у детей времени много. Но тем не менее эти дети находят силы, возможности, отказываясь от каких-то развлечений, приятных минут отдыха. Они трудятся, трудятся и трудятся. Теперь воспитанники Светланы готовятся к другим конкурсам, ведь в этом деле всегда есть к чему стремиться. Эрик и Егор играют в паре. Для этого нужно не только мастерство, но и чувство друг друга. Делятся профессиональными секретами ребята. На конкурсе было интересно. Мы знакомились с разными детьми, узнавали много разного. Сложного было в том, что там участвовали дети Ростовского музыкального колледжа. С ними было трудно соревноваться. Это пиано для меня самый такой легкий и более звучащий инструмент. Занимаемся мы уже 6 лет, уже скоро выпускаться будем. Мне нравится заниматься музыкой. Есть здесь и талантливые вокалисты, такие как Николь, Роза и Варвара. Девочки представили наш город на конкурсе «Праздник детства», который прошел в Санкт-Петербурге. Было сложно, много было кандидатов. Я выбрала вокал, потому что я много смотрела передач, смотрела «Голос дети» и выбрала, что это для меня больше подходит. Было очень трудно. Но с легкостью эти испытания проходила. И почему я выбрала именно вокал? Потому что это интересно и хорошо. Воспитанники посвящают совершенствованию своего мастерства по 2-3 часа ежедневно, а иногда и больше. Поэтому можно с уверенностью сказать, что кубки победителей дались им дорогой ценой. Ирина Чупина, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. Чемпионом Европы по спортивному самбо стал армавирец Давид Оганесян. В своей весовой категории он обошел всех соперников, завоевав победу. Континентальное первенство по спортивному и боевому самбо проходило в столице Татарстана, Казани. Участниками соревнований стали сильнейшие самбисты из 30 стран Европы. Армавирец Давид Оганесян стал единственным представителем Кубани в сборной страны на турнире. Отмечу, в командном зачете чемпионата российские спортсмены одержали уверенную победу. На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Анна Мельченко. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара». Тургенева, 140. Торговый центр «Оскар».